Смотрите, здесь по первой вертикали у нас располагаются 4 вида соловьиной курской трели, которые вы можете предварительно послушать. Они по вертикали все будут загораться оранжевым цветом. Дальше вы можете наложить какую-либо мелодию и бит. То есть следующая вертикаль — это мелодия, и еще одна вертикаль — это бит. Ну, например, вот эту мелодию. Здесь эта вертикаль желтым цветом. Подходим к динамикам и слушаем, что получается. И потом, если хочется добавить бит, можем выбрать, например, вот этот и прослушать получившуюся мелодию. То есть комбинации можно создавать совершенно различные. Потом мы сохраняем, и можно отправить себе на почту и оставить на память курскую соловьиную трель.